Наши народы, наших два великих славянских народа, российские, белорусские народы, они всегда были по жизни рядом. Не только как закреплено по территории, но и своими душами, своей культурой. Поэтому вот это слияние через искусство, даже вот в этой выставке, оно прослеживается. Но самое знаковое с моей точки зрения это то, что именно система образования и одного государства и другого являлась, является и будет являться тем, что связывало базово наши народы. Потому что именно от образования и на основе образования мы с вами строим и духовное единство, и все остальное вплоть до единства политических решений, когда мы говорим о союзном государстве. Сегодняшнего дня преподаватели нашего университета, преподаватели Смоленского государственного университета осуществляли контакты такие вот на уровне личностных отношений, на уровне вот факультетов художественно-графических. Сегодня подписан договор о сотрудничестве. Я надеюсь, что этот договор позволит нам развивать сотрудничество и в других областях знаний, и расширять сотрудничество между студентами.